Всем привет, с вами этот Мега Сириус 12. Мы продолжаем проходить этот Mass Effect. О. Короче, сейчас 3 января. По-моему, люди стали просто зверями заставлять снимать видео 3 января. Это, блин. Ну ладно. Короче, сейчас хотел вообще сталкера записывать, но что-то запускаю этого сталкера долбанного. Смотрю сейвы, что-то там с сейвами, короче, случилось. Мне сейчас надо будет допройти до той точки, на которой я остановился в последней части. Но сейчас мне это некогда было делать, допроходить, поэтому я решил снять Mass Effect пол части. Блин, я не туда нажал. Где тут карта-то? Вот мы доедем в этой части примерно до... Ну, может, всю проедем, я не знаю, посмотрим. В общем, сталкер будет, но чуть-чуть попозже. Так, в эту лаву смотрите, не навернитесь. Иначе хана сразу будет. Так, ну сейчас там попозже эти роботы будут. Как их? Готы, а не гетто, во, точно. Гетто. Вы где? А, во. Яйцо летит. Да блин, да как тут... А, во, вспомнил. Ну, по кораблю, в принципе, бесполезно стрелять, ему ничего не будет. А, блин, эти падлы стреляют, ё-моё. Они сейчас вот то точнее, чем я, стреляют, прикиньте. О, один готов. А второй? Тоже готов. Как новогодняя ёлка светится. Всех с прошедшим, кстати. О, блин. Так, ну насчет нового видео я не знаю. Наверное, числа после 7-го, но... Но может случиться такое, что я возьму и выложу раньше, но скорее всего после 7-го. Там у нас что-то типа завода. Можно, конечно, вынести все. Хотя он нам напарники советуют в прямую атаку не лезть. Можно объехать. Ну, мы сейчас со всех сторон вынесем, чтобы опыта побольше получить. Также нам вот уровень дали, снарягу какую-то. Так, это я все потом посмотрю, мне сейчас не хватит мозгов посмотреть, что мне там дали. Так, этому это выдадим, что еще дать. Ну, деформацию тех. Так, это первую помощь и пестики. Оп. Тут тоже турель у нас одна. Вроде не попала. Объезжаем. Так, сейчас там будут эти обычные роботы. Джаггернаут. Ну да, как же, блин. Честно, кто раньше упер? Call of Duty название отсюда? Или они? По-моему, все-таки Call of Duty раньше уперло. Mass Effect первый раньше вышел. Че вы тут ходите, а? Вы не дети с записками, чтоб сейчас ходить. А, тут ящики какие-то. Блин, броневик на ящиках какой-то. Короче, много чего тут. Как уходить? Я не... А, вон, вспомнил. Пестик. Блин. Барахло какое-то. Блин, как на промышленном рынке, а.
Корсар Трина. Это я про петарды, если кто не понял. О, это Корсар 2 по-любому. Так, там робот у нас хитрожопый спрятался, блин. Иди сюда. Похмелял, куда и мне. Так. Деформации тебя. Из пистолета тебя, на тебя. Надо было анальгина больше покупать. Все себе захавал, падла. Так. Сюда, 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 сюда. Ни хрена себе. Я смог пройти, охренеть. Ух, как побежала, блин. Не знаю, зачем я, правда, открываю ворота, ведь мы уже заехали. Ну, я думаю, это не столь важно. По-моему, за открытие ворот опыта малёха дают. Я не знаю, что-то я не обратил внимания. Канистры какие-то. Так, сейчас мы обыщем все эти закоулочки тут на предмет барахла. Благо, как я тут уже сказал, барахла до хрена. Так, в следующей части уже, когда у меня башка в норме будет, надо будет изучить, что я тут насобирал. Ну и в следующем видео после этого, если вы еще не поняли, будет Сталкер, не Mass Effect. Там мы, наверное, я не уверен, но попремся, скорее всего, на завод Юпитер. Надеюсь, помните такой. Вот я каким-то чудом помню. Так, нам надо вот эти ворота открыть. Сейчас посмотрим, что за этими штуками железными и откроем. Это что такое? Да, нанотехнологии. Какого? Цифровое телевидение России. Только вперед. Так, я не помню, в какую именно надо зайти, хотя по-любому в обе зайдем. Но начнем вот с этой. Че, тут ничего нет, что ли? А там в тени. Блин, в натуре ничего нет. Ну ладно. Да, блин, перила долбаные. Почему ты не ассасин? Перепрыгнул бы и все. Из него видели сейчас брызги, это оливье из него потек. Он. Это падла приперлась в новогоднюю ночь, захавывала тазик оливье и убежала. Мы ее догнать не смогли, но в итоге мы ей замстили. Нехрен чужие оливье тырить. Так, ящик обыскали. Ну и наконец-то можно ехать. Бежим к броневичку нашему. Кстати, похож на советский броневик, на этот бронетранспортер, что ли. БТР, во. По-моему, БТР 80-й напоминает, я где-то читал, я не помню. Так, сейчас тут опять, по-моему, гетто прилетят или вон уже сидят. Чё тут там, блин? Готовченко. Едем дальше. А, там еще один. А это... А по левой стороне вы наблюдаете трубопровод Газпрома. Самый длинный, протянувшийся на всю Россию. Через всю Сибирь. Ух ты. Попрыгунчик. Так, сколько мы тут проехали уже, а?
Так, ну ладно, эту карту проедем. Чух, 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 чух. Блин, я сохраняться ж. Чё, быстрое сохранение удалось? Плохо, печалько. Ты чё там встал? Не стой там, там холодно. Едем дальше. А, еще один. Да вы что тут все стоите и мерзнете? Нельзя тут, я говорю. О, дымит как. Прям наш, как наш ТЭЦ. Тепла ни хрена нет, зато дымят на весь город. О, бля, колосс, ё-моё. Печалько. Нате, на. Блин, я по железяке стреляю. Ты чё там лежишь? Чё, похмелье, да? Чё, у тебя только с 1 января зараз такая? Ни хрена себе, сквозь него проехал. Блин, врезался. Так, туннель. Скучный какой-то туннельчик. Блин, ну кто меня за язык тянул, а? Дави, лоха. Ни хрена себе как полетел. Дрынь. А, я не попал. Блин, опять не попал. Попал. Так, чё тут? Много ещё ехать? А, не, чуть-чуть. Гаражик какой-то там. Ни хрена нету. Ничего. Удивительная игра. Вот у меня сейчас Фрапс показывает ровно 60 FPS. Ни больше, ни меньше. Он не прибавляется, не убавляется. И так уже с начала момента, как я начал записывать. Первый раз такой встречаю. Обычно скачет, блин, в пределах от 40 до 80, а это вот ровно 60 стоит и все тут. Даже Фрапс в 3 января и тот тупит. Хотя тупит в хорошем смысле слова. Перепрыгну через козла. Ой, я козла сшиб. Так, куда я... А, тут надо пешкариком дальше. Спешиться надо. И пойти вот по этим камушкам. Камушкам. Шлем одень, дур. Голова замерзнет. Че тут еще есть? Так, сейчас пальба будет нехилая, поэтому лучше найти оружие хорошее такое. Так. Основной у нас этот пистолет же, да? А чё, радиатор дает поглощение тепла? Ну давайте. Урон. Отдача гаситель. На, оставим этот. Лучше бронебойный еще поставить. На снайперку. Крупнокалиберный ствол и еще что-нибудь. Броники тут какие-то. Так, это круче, а вот это не круче. А как выглядит она? Да, круто выглядит, конечно. Ну ладно. Ароматизаторы какие-то тут. Да нафиг нет брахло все. Так, а у тебя Рекс че? Так, тебе надо эти брахло выдать. Рекс у нас с дробовиком вроде.
химические, бронебойные. О, молот поставим ему. И батареи, наверное, для щита. Да, батареи для щита ему врубим. А у тебя чё? О, броня какая. Ущелинная ткань какая-то так. Так, щиты что-нибудь с щитами есть? О. Так, у нее основное оружие пистолет, поэтому ей надо на пистолет эти ставить. Улучшения там всякие. Врекс, винтовка. Тали, пистолет у тебя. А Врексу, по-моему, вообще дробовик дал. Ой, Врексу, Рексу. Да, как вижу, так и читаю. Ах, ё-моё. Шепард, прячься. Деформашн. Чё, всё ши? Чё, как просто? Я одним Ой, каким анальгеном? Полноцелином отделался. Если бы я так 1 января делался, это, я не знаю, 8-е чудо света было. Так, ща тут, короче... А, снайпер, блин. Ой, ё, влепил мне. Ой, как больно. Ты злой снайпер, я тебя не люблю. Ты злой, ты плохой. Ой, ё, влепили шепардихи. Так. Надо ей поставить... Чё ей поставить надо нам? Барьерку. И штурмовика. Орексику, барьерку и и винтовки. Блин, ему надо было винтовку давать, ё-моё. А это и дадим. Ну, всё так же, окей. Снаряга... Так, короче, мы все скидываем с этого и ставим на винтовку. И говорим ему достать этот. Винтовку. Хавай панацелинку, Шепард. Так, тут надо перебежками. Охренеть, я бы так быстро бегал. Все, готов. Чупакабра. И понял, это сейчас там что было. Кстати, я вообще куда иду? А, вон. А я думаю, в кого они там стреляют? Хедшот. Оливье. Так у нас еще один робот Оливье тырил. Охренеть. О, вот это падла не тырила. Наверное. Так, ну это все было мелочью, потому что сейчас будет основной бой, скажем так. Сейчас тут двух колоссов сбросят. И будет веселуха. Эпическая музычка заиграет обязательно. Идите дальше, ща роботов а то сбросят. Блин, да попёрлись. Стойте там. Это что за сопля? Хрень какая-то. С Новым годом! Ёлочка, гори. Вот как где-то поздравляет с Новым годом, сбрасывает вам чуть ли не на бошку двух колоссов. Так, сначала надо... На, уже ничего не надо. Продолжить последнего сохранения. Надеюсь, автосохранение рабит. Это я где? В начале!
Да вы что, с ума сошли? Заново это все проезжать? Да идите вы куда, знаете. 15:24, а сейчас сколько? Сейчас 14:28 вообще. Ну-ка я еще раз загляну. Ой, загружу. Да не, ну нафиг. Ладно, все. По идее, второй раз подряд так уже пройду, не на камеру. Сейчас всем спасибо за просмотр, удачи и пока. И теперь следующая часть Mass Effect будет не скоро, так как мотивации проходить эту хрень заново у меня очень низко. Ждем сталкера, братцы.